Музей Победы в зале исторической правды на первом этаже открылась новая выставка из цикла «Война день за днем», посвященная 125-летию со дня рождения дважды героя Советского Союза, маршала Советского Союза и маршала Польши Константина Константиновича Рокоссовского. На выставке представлены интересные уникальные предметы как из фондов Музея Победы, так и из частной коллекции родственников Константина Константиновича. Среди его личных предметов есть такие бытовые, как лупа, очешник, его портсигар, перчатки и многое другое. В своей рукописи о том, как начиналась его военная служба и какой совет он дает тем, кто всю свою жизнь решил ей посвятить, он говорит в первую очередь о том, что когда он заступал на военную службу, он не ждал каких-то высоких званий, не стремился к этому. В первую очередь он отдавал себя Советскому Союзу, служению народу и действительно осознавал всю важность того, как необходимо действительно важно сражаться за мир. В вертикальной витрине представлены костюмы, которые принадлежали семье Рокоссовских. В том числе мундир, парадный маршальский Константина Константиновича и костюм его супруги Юлии вместе с ее предметами. Это шляпка, сумочка, туфли. Среди предметов самого Рокоссовского портфель и шарф к маршальскому костюму. Среди документов, представленных в горизонтальных витринах, находятся оригиналы таких документов, как наградная грамота маршальская, также поздравления от военачальников Конева и Антонова с получением звания маршала. Насчет совета, который он давал тем, кто действительно всю свою жизнь вознамерился посвятить военной службе, здесь тоже он напрямую указывает на то, что не нужно ждать постоянных повышений, званий, нужно с уважением относиться как к командному составу, так и к личному составу, и он всегда отплатит тебе тем же.